И всем добрый день, уважаемые зрители, подписчики. Я продолжаю играть в игру Cities Skylines. И, в общем-то, перед этим я немножечко повозился с городом, ничего не записывая. Немного прибавил жителей, решил некоторые проблемы. И сейчас мы начнем строить новый район. Ну и, собственно, поехали. Так, вот здесь я немножечко достроил наш город, начал вот здесь вот небольшой райончик расширять. И сейчас я купил вот эту вот территорию, вот этот остров. Собственно, именно им мы и будем сейчас заниматься. Прежде всего, конечно же, подводим к нему дорогу. Так вот. Отлично. И второй. Понятно. Так. Немножечко вот так вот криво у нас получилось. Сейчас... Ровно это надо сделать. Ну, вот, вроде, более-менее ровно. Ну, чуть-чуть маленький там недочетик. В общем, слишком близко получилось, и пришлось сделать вот так вот. Но, в принципе, нормально. А, да, и нужно все это дело развернуть. Вот таким вот образом. Так, и что дальше? Да, сразу же делаем. Так. Что сразу же надо делать? Так. Сразу вот так вот протягиваем дорогу. И делаем вот с этой стороны проезд. Так, надеюсь, сейчас получится еще. О, идеально. Так, все. Съезд на остров готов. Теперь сразу же прокладываем основные дороги. Так, вот это у нас пойдет вот так вот. И дальше будут завороты. Вот сюда. Здесь пускай прямо идет. Так. Вот тут заворачиваем. Так, слишком сильный заворот. Вот здесь пускай будет. Здесь чуть-чуть прямо. Так. И вот тут окончательный заворот. Сразу отсюда. Вот эту дорогу поведем. Провести. Да, чуть-чуть неровно получилось, ну ладно, неважно. Хотя даже можно здесь немножечко прямо. Так. И
и вот так соединяем. Отлично. То есть вот здесь вместо этого леса здесь у нас будет, собственно, жилые зоны, коммерческие и так далее. Так, теперь надо все вот это вот так вот ровненько и аккуратненько сделать. Как-то так. Так, здесь я намудрил, конечно. Так, ну вот, кажется, вот таким вот образом дорога идет. Понятно. Просто я не сделал этот доворот. Вот так вот. Все равно не получается. Ладно, сейчас немножко по-другому сделаем. Так. Где начинается? Начинается вот тут. И вот так прямо идет. Как-то так. Конечно, не идеально, но, в принципе, нормально. Так, и куда дальше? Так. Вот. Отлично. Ну и у нас тут уже выросла большая потребность в жилых зонах. Так что сейчас начнем сразу же их постройку. Да. Где-то у нас участок поровнее. Первое у нас пойдет вот так. Начнем сейчас застраивать. Так. Так, надо. Сейчас вот так вот сделаем. Потом эту, наверное, часть дороги уберем. Это просто для ровной разметки. Угу. Здесь никак это не сделать. Склон слишком крутой. Ну, ладно, здесь тогда получится без такого съезда. Так, вот сюда. Здесь вот это все будет очень ровно. Вот здесь получилось. Так. Здесь он только так хочет. Ну, тогда сделаем вот так. И вот так. Вот, красиво получилось. Так, здесь... Здесь вот так ровно можно. И... Вот, то, что надо. Ну, а здесь дугу сделаем. Так. Ну, это... Здесь, наверное, можно это отрезать.
Так, и... И все-таки вот здесь другую дорогу сделаем сейчас. Вот, пускай такая у нас будет. Хорошо. Так, немножечко я тут... Так, и здесь потом правнее я еще сделаю. Ну, сразу пустим отсюда вот. Как-нибудь так. И начинаем застраивать. Вот большие жилые зоны. Так, сразу же, что нам нужно? Сразу же здесь устраиваем школу, начальную, среднюю, все рядом. Так. Полицейское управление. Ну, пускай вот здесь полиция будет. Пожарное депо, конечно же, рядом. Так. И здесь поликлиника. Так, теперь, значит, нужен водопровод. Так, вот здесь. Сейчас я просто хочу сразу все это сделать вот так вот, чтобы... Потом уже не обращать на это внимания. Так. Сейчас. Сейчас нужно вот так поровнее сделать. Вот. Да. Как-то не сильно ровно получается, ну ладно. Главное, что чтобы здесь везде была вода. Так, сейчас. Так, все, вода есть, теперь электричество. Что бы с электричеством сделать? Ну, в общем, судя по всему, придется его вот так проводить. Так, пойдет электроэнергия. Электроэнергия пошла. Так, ну ладно, эти сейчас застроят. Так, что тут у нас? А, да, ладно, этим потом займемся. Так. Здравоохранение. Ну, вот тут вот придется где-нибудь на окраине. Давайте крематорий поставим. Так, и
с аэропортом пока подождем. Сейчас надо будет подвести транспорт. Так, метро. Ну, честно говоря, метро я, наверное, подводить не буду сюда. А, да что ж такое? Что вы в эту сторону не можете застроить, а? Ладно, вот он. Так, да, сразу же здесь. Вот это почему-то не заделалось. Сразу вот здесь пускай коммерческие зоны у нас строят. А, хотя нет, вот здесь не надо. Здесь у нас пускай будет какой-нибудь парк небольшой. Ну, совсем небольшой получается. Да, вот здесь вот сделаем. Вот, отлично. Так. Ну все, это все сейчас будет. И общественный транспорт. Сейчас вот здесь сразу же. Так. Ну, все. Электричество можно уже здесь сносить. Так. Сразу подводим первый автобусный маршрут. Я всегда стараюсь соединять маршруты с разными автобусами депо. Поэтому вот отсюда у меня маршрут сейчас пойдет. Здесь остановочку. Вот тут. Потом сюда за поворотом. Вот здесь у депо. Ну и пускай таким вот кольцом он здесь у нас поедет. И завершаем. Так. Завершился маршрут. Да, вроде нормально все. И сейчас сразу же еще один вот с этого района. Почему-то опять проблемы со смертностью. Я не понимаю откуда, потому что показано, что... Да, елки-палки, мне надо новый маршрут создать. Во. Поймал. Так. Здесь. Ну, пускай по этой улице он пойдет. Да, пускай прямо. Так, здесь следующая остановка. Дальше вот тут. И вот сюда вот тоже заходит. Так. По этим же остановкам он у нас идет. Так, сюда и сюда. Вот, все, два автобусных маршрута у нас сюда подведено. Так, и какие вообще проблемы? Так, электроэнергии достаточно, водопровод, канализация. С мусором нормально все. Так, вот смертность, интересно, да? Доступность крематориев на высшем уровне. Везде показано на схемах, что все хорошо, но все равно вот здесь вот показано много умерших людей. Вот этого я не понимаю. Так, и со здоровьем что? Давайте-ка сюда еще одну поликлинику воткнем. Еще где-нибудь проблемы.
Вот этого я тоже не понимаю. Поликлиника совсем рядом, но... Проблемы. Так. Где еще? Здесь все нормально. С пожарками у нас что? С пожарками у нас везде все хорошо. Полиция тоже отлично работает. Образование. Вот с образованием то же самое. Вы на высшем уровне доступность, но почему-то вот этого очень непонятная ситуация. Так, ну, общественный транспорт, экология. Как у нас с экологией? С экологией не очень хорошо. Давайте-ка здесь вот такой парк устроим. Так. И здесь дорогу сразу же. Опа. Да. Немножечко я тут лоханулся. Сделать-то даже не знаю. Так, ладно. Сейчас просто мы вот это дело переместим сюда. Так, и электроэнергия сразу пропала. Так, и потребность в жилых зонах растет. Сейчас мы вот это все тоже застроим ими. Здесь коммерции побольше. Ну и здесь все вот это пускай будут жилые. Только тут. Вот так сразу же. Так, сейчас посмотрим, что у нас будет. Так, и... Да, пляжную коммерцию я так и не находил. Ну что? Ну, на этом, наверное, я закончу серию. Вот новый район. В следующей серии... А, я не знаю, что будет в следующей серии.